Всех приветствую на канале Домашний аквариум. Сегодня я хочу показать, как я перезапускал маленький аквариум. Аквариум на 10 литров, нижняя ширина 10 сантиметров, верхняя 15, высота 30 и длина 40 сантиметров. На дне в аквариуме лежит щебенка среднего размера, на вид она мне очень нравится, но проблема с ней заключается в том, что рыбки пытаются под нее залезть. Особенно если я кормлю рыбок хлопьями. Хлопья опускаются на дно, заваливаются под камушки. Рыбки пытаются ее достать, и мне кажется, что они там застрянут. Ну или по крайней мере повредят плавники. Щебенка, конечно, разного размера и разной формы и разного цвета. Выглядит это, ну, очень интересно. Но принял решение поменять грунт на такой же, как и в большом аквариуме. К тому же он есть. Видео, как я его промывал, опять не стал снимать. Кому интересно, есть видео на канале с промывкой. Аквариум висит на стенке. Примерно он был запущен 5 месяцев до этого. Зелень водоросли только в одном месте, за мхом были. Решил я взять вот такой вот канцелярский нож, лезвие с него и под углом убрать водоросли. На аквариум не попадает солнечный свет практически полностью, но тем не менее водоросли появляются. Освещение — обычная лампочка, экономка. Ну и режим свечения 8 часов, примерно 8 часов. Иногда немножко больше, немножко меньше. А здесь в этом аквариуме живут маленькие рыбки, в основном гупи, иногда пицелии. И вот я наполняю уже грунтом. Тот же самый мелкий грунт. Мне он понравился в большом аквариуме, как выглядит. Ну, теперь будет в маленьком. Решил я посадить два вида мха. Ну, они и были в этом аквариуме. Попридавливать их камушками. Также посадить вот такую маленькую криптокарину. Большую криптокарину. Не знаю, как они точно называются. Ну и куст валеснерии. Также куда же аквариум без арголистника. И потихоньку начинаю заполнять водой. Вода примерно 50% свежей отстоянной воды. Отстаивал я ее несколько дней. И 50% воды с этого же аквариума, чтобы не было бактериальной вспышки.
Наполняю я потихоньку, чтобы не размывать грунт. И вот уже аквариум на стене. У самого аквариума есть крепление под вешание. Ну и снизу дополнительно еще стоят несколько скоб на всякий случай, чтобы это все не отвалилось. В аквариуме рыбки не будут меняться, все останутся те же самые, которые были. Как вы видите, вот несколько пицелий и остальные все гуппи. Также в аквариуме стоит вот такой вот маленький фильтр. Я его оставил и включил, чтобы продулась немножко вода. И убрались остатки мха. Ну и в принципе где-то какая-то муть убралась. Также стоит градусник. И впоследствии я еще поставил обогреватель. На видео этого нет. Обогреватель такой же, как и в обзоре. Кому интересно, тоже есть видео на канале. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и спасибо, что делитесь моими видео с друзьями.